Всем здорово. Короче, я уже не могу ждать. Этот чувак на ВР-ке, он курит уже 5 минут. Мы его 5 минут ждем, пока он покурит. Или куда он там ушел. В общем, я думал, что это медовый тимбер, но у них залетела ВР-ка, и я не понимаю теперь, кто куда идет. Возможно, это тимбер изи, да, с целью потом меня законтрить. Ну и вообще наших персов. Ну, по игре типа себя хорошо чувствовать. А ВР-ка мид. Вот. Но если это тимбер мид, а ВР-ка выси, то это вообще полный бред. ВР-ка изи — это полное дерьмо. Не знаю, зачем так делать. Так, у нас опять сикер есть. Мне очень понравилась комбинация рапчер плюс хук. То есть это супер кул, супер класс. Очень много урона. Чистого, замечу, чистого урона. Да, это тимбер изи. И тут на моем лице появилась улыбка. Слава богу, что не мид. Короче, сейчас захожу на канал, и там надпись: загрузите свое первое видео. Вы бы знали, как у меня сердце ёкнуло. Учитывая все зломы, вот эти вот, которые происходят, учитывая, что было буквально там месяц назад, когда я рассказывал, что чувак пытался взломать канал. Это было вообще жесть. У меня просто сердце, оно чуть не остановилось. Я сразу начал думать, куда же я там перешел, что опять взломали канал. Так, ну в арке будет тяжело против меня стоять. Что она себе купила? Так, надо стать вот так, по одной простой причине, что если она сейчас будет давать стрелу... Бля, я поспешил, надо было не бить. Короче, всегда надо вставать перед стрелой. Ну, по крайней мере, на первых уровнях. Чтобы... меньше урона по крипу приходило, и чтобы она не могла рассчитать. Вообще супер гении делают так. Они отводят крипочков. Вот видите, она сейчас дала. А нам надо пулить, мы ни одного здесь не убиваем героя. Слава героям. Да хватит меня бить. Два слишком жирных. Ну как тебе хватило урона, маленькая дура? Ща сделаем. Уже так сказал, как будто опять работа. Возможно, против Верки стоит хук брать. Я сейчас что-то затупил. Я же ее никак не догоню. И, в принципе, даже если я рот подрублю, я не смогу ее убить. Забайтилась, дура. Что тут, хоста? Убей. Хорош. Армис. Курица тупит. Естественно, бежит через жопу. Я не палюсь. Можно попробовать ее. Я прям по тавр стану. Второго нет. Он с ковра смесь, ребят, вернулся. Тосишь меня? Он теперь нормально. Пойдет. Минус фласк. На самом деле вообще не пойдет, но я его успокаиваю. Гнида! Я же куплю просто БМ, и что она будет делать? Вот. Что она будет делать? Так, мне нужны фаст фейзы, в принципе, брейсер тут никак не решает. Мне это нужно только потому, что в один момент она будет с... Изи.
Будет меня совсем автотачить. Я просто прошел на экспо, это типа так, как мне... четвертый. Как мне задолбали звонить банки всякие. Аугар полит, пока ты делишься на экспо. Хоть найти. Молодец, молодец, хорошая автоатака, оценил по достоинству. Че она не заблочила собой? Вопрос такой. Она могла заблочить собой, потом нажать. Ты шо, гений? Он мог бы отойти, но ладно, так тоже пойдет. Так, фейзики. Ты заебись, ты пришел просто на экспо, а потом на рун ушел. Я не понимаю, что ты делаешь. Да типа, все, это, не, типа, не стери, не стери, все нормально. Мы сделали килл, все кул. Не стери. Нет, все не кул, он 6-6 будет, а я даже не 4-й. Вообще не кул. Все нормально, бро. У меня сейчас 6-й будет. Блин, одного крипа не хватает до 6-го. Серьезно? Сорян. А у нее какой? Так, она меня прогревает, потому что хочет, видимо, убить. Смотрите, я сейчас буду заряжать стрелу. А я быстрее же, ну я быстрее. Я быстрее. Короче. Шайна нету, да, короче. Жаль. Так, спушиваем линию. Шайн топ. А он типа по таверам бегает уже минуту. Кто бы? Ой-ой-ой. Так, еще на шайн, шайн нажму с тобой, кстати. И можем попытаться убить стеником. Я могу тоже так, совсем. Я вообще не понимаю, что ты удивляешь, что Тимбер бегает под тауэром. Это же Тимбер. Так и должно быть. Подходи на шайн. Я удивляюсь, почему я пятый, когда он почти седьмой при этом. Ну, понятно, что это будет, но я не понимаю, чем было приходить на три пачки сюда. У меня стаки спадают. Кул. Чё он ноет, я не могу понять. Все зашибись. Не, как на хардлайнере ныть, стоя против Тимбера. Ну ты чё, братик? Попробуй повыпуливай крипов. Вот вместо того, чтобы ныть, придумал бы что-нибудь. И вот здесь выпуль, он тебе ничего не сделает на Тимбере. Вообще не понимаю таких людей. Так, курочка летит. В этом мне нужен фаст дагер, только потом уже весел. Че, го в боте поможем им. С тобой. Вот он опять стоит на линии. Почему бы не пойти выпуливать? Ты видишь, сколько он тебе хп сносит? Буквально один раз ганганул. Пойду обратно в мид. Вот он опять стоит на линии. Почему ты не идешь выпуливать, дружочек, пирожочек? Хорош. То попробуй. Армаз. Так, милар дали, кул. Можем попытаться еще раз Тимбера. Ты тпшнешься, баланар подойдет.
Хотя у него новые стаки. Вашу верхнюю башню атакуют. Надо поймать момент, когда у него старые стаки спадут. И пытаться его убить. Вашу верхнюю башню атакуют. Вот он тауэр уронил только потому, что он тупой. Вот. Крипов еще куча. Они сейчас должны спадать. Трать речку. Кул. Можешь в бот на руны тэпнуться. Так, я сейчас буду даггердов. Не-не-не, у меня нет ресурсов. Ну ты сам нажми на мой персонажа, посмотри. У меня нет ничего. Что твоему персонажу нужно? Выйти вперед на ебучей руне и все. Чувак, у меня 500 хп, и я добиваю даггер. Я не плечу в бот. Еще раз я повторяю, я не плечу в бот. Что за тупизм, блядь? У меня маны будет даже... У меня даже маны на хук не хватит. Чувак говорит... Ладно, вы все сами знаете. Забирай. Я даже вот так сделаю. Этого тоже. Я не удивлюсь, если они в пати играют вдвоем. Так, ну Тимбера мы два раза убили. В принципе, у него темп уже херовый. Надо помочь Сикеру, потому что он не качается здесь. Я сейчас даггером приду в бот. Я надеюсь, здесь нет вижена. Так, надо легион. Я под тебя кину сразу же. Ебать, он связал, конечно. Гений. Тимбер. Шрайн. Надо, мы ждем. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Так, из-за этого ВР-ка много получал. Он 10 уровень со всеми моими ганками. Мне надо пойти тоже получить 10, чтобы экспу лутать. В принципе, 10 плюс БМ. Ну, тут много мне шмоток надо очень. Мне нужна урна, мне нужен БМ. Только в какой последовательности собирать, я пока не знаю. Какой-то дурый джавелин. Там алкаш мне, да, осторожно. Угу. Пойдем на тимбер, попытаемся выйти нами. Там вар стоит. И у него худ. И они нас видят. Смотри. А, тут ЛК. ЛК, ЛК, ЛК. Урон. Вкусно. My bad, bro. У меня 10 секунд. Там тимбер уже летит с байбека. Надо отойти. Я в эрку так не попал. Обидно. Урна или БМ сразу? Наверное, БМ. Там тимбер еще. Лич тоже не ушел. Я
Окей, тиммер байбек, это кул. Я еще и дэмэдж получил. Вашу верхнюю башню атакуют. Так, и мне главное не умереть. У меня огромный стрик просто. Так, он только стаки набрал. Сколько они действуют вообще? 20 секунд. У него через секунд 10 стаки спадут. Все, они спадают сейчас. Ты такой вот прям наглец. О, это засада. Уходите, уходите, уходите. Там дохера их. Скай Лего. У Леги блинк. Ты не уверен, что мне поможет, конечно. А у меня жертва есть. Нормас. Вот на самом деле все было бы намного, вот в миллион раз проще, если бы чувак на Волонаре просто догадался пойти выпуливать крипов. Как можно апнуть 5000 ПТС и не знать таких простых вещей? Ну, это же байт был. Бежать. Окей. Вы арку осилите. Изи. Найс. Кул. Хорош. Это очень хороший килл. Найс x2. Mm.
Блять, ёбаный. Бля, там до блинка было 0.005. Ладно, мы стянули их. Боти фри, миду фри. Ой, как же я не люблю умирать, парни, вы бы знали. Мемчик. Кстати, я в этой игре могу купить чё? Реально линзу и... А, это лэнс. Бегите, глупцы, здесь вард. Ух, ебать, связка. Красивая. Куда ты, что? А, я даже не хочу ничего говорить тебе. Там 4 героя стоит за ним. Я должен в него прыгать и после ты чего? Зачем мне это? А, теперь они идут на ХГ, да? Это не кул. Сколько у него раптура? 10 секунд. Короче, послушайте, нам не надо навязывать им файты. Если мы видим, что они разделились по-дебильному, можем драться. А так просто качайтесь, смотрите на их пик. Это им нужно нам навязывать что-то. Ну, там 5 героев. 5 героев стоит там. Ты долбоёб, башкой думай, там 5 героев, ты идешь туда. Все, это уже тупость. Иди качайся, иди дофармить свой БКБ, мы будем нормально драться. Или вот таких вот загульных ловить. Все, и пошел фармить свою БКБшку. Что за тупицы, блять? Этот чувак, короче, я забыл вам сказать. Он играл на гуле в недавней игре, и он ливнул. Алмаз. Этот чувак, который ливнул недавно. Ваша нижняя башня разрушена. Ну беги, беги. По-моему, против меня ОД стоял тогда на миду. А, так настроил, понял вас. Так что его мнение автоматически не учитывается. Надо размутить их. Я бегу. У него блинк. Ёбаный крип стал передо мной. Намаз. Плюс тавр. Почему уйти, а не добушить? Что ж, не хочу. Достойный ответ. С такими людьми вообще тяжело играть. Мы тут остаемся, никто не уходит. Чувак такой: а чё, блядь, ты не можешь там допушить? Ну что это? Мы видим, просто убить пха. Эль чубат. Вали. Блять. Так, это надо убить. Че, Раптура, ты не кидаешь? Тибера, у меня где будет на него. Бля, мне застанет. Алло, ну кнопку-то нажми. Дядя. Ты ж БС. Нормально. Кто-то байбэкнулся? У них еще Лего байбэкнулся, зашибись. Сорян, я немножко болею, поэтому постоянно кашляю. Так, огоним, да? Чё в эрке? 15 уровень. Ну все, она темп потеряла жесткий. Плюс Тимбер. Тимбер вообще в полном дерьме.
Я, кстати, могу в топ прилететь. Через 10. Как урона хватило? Окей, МКБшечка. Она после байбека, кстати. Мы можем либо... Ну, мид-тавер, наверное, самое профитное. Я хотел Рошана, но у нас урона по Рошану нету. Какой же ты уебан. Просто резюме ТП, из-за этого я умер. Это человек может быть уебан, у меня нет... Просто потому, да, что... Да, 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 братан, держи в курсе. Найс связка. Боится. Эти ебаные токсики. Причем, знаете, есть токсики, которые по причине какой-то, да, токсят. Но эти вообще тупые. Они придумывают причину на ходу. Вот он. Ему что-то не понравилось, значит, все. Значит, все вокруг не правы. Только он прав. Ну это вообще дебилы, это. Забейте. Причем с такими споришь и сам тупеешь. Вот серьезно, вот ты начинаешь с ним спорить? Кстати, он БКБ, надеюсь, фармит, да. Руны. Но я даже не про Баланара говорю, тут самый тупица — это вот этот чувачок. По одной простой причине, что... Ну вот вы видели ситуацию в топе. Просто хотел всех убить. Они Рошан или они бьют? Я лечу бот. Бегу, точнее. Не вот это я. Да похер, 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 она сдохла. Она без синдрома. Найс. Руны. Они вообще должны Рошана забирать с веркой. Но пока они афкашат, мы можем что-то придумать. Вкусно. Тут вард. А может ли он меня вообще убить, интересно? Если я рот оставлю включенным. Не затем он, конечно, побежал. Cool story. Маю. Мы выигрываем. У меня сейчас еще огоним будет. Я буду просто хукать из раптуры постоянно. Так, у меня есть инвиз. О, можем побивать. Но это сами. На БВР-к еще подойдет. Похуй, там два героя живут. Подошла. Чё, на бэк-бэк развели этого долбоеба. Да-да, убить его. Убить и вообще им пизда. Да не уже. Кул. Я инфидят уже. В десятый раз. Уф, мы даже выиграем с таким чуваком. Он, в принципе, по игре делает все не так плохо, как хотелось. Ну, как... Как мне кажется, у меня о нем плохое мнение только потому, что он байбекнулся, там что-то ливнул потом. И из-за того, что он в топе форсил вот это дерьмо полное. Причем чувак считает искренне, что только он прав. Ну, одна точка зрения. Как это называется? Узколобость? Уже они сейчас долетают уже вместо пица. Разрушен.
Знаю такие истории, но ладно, го попробуем разок. Мы бы они реально фка. Обычно заканчиваем тем, что сейчас будет засада. Ловушка Джокера. И мы все сдохнем. Ну, сейчас Тимбер ясница, он такой. А чё мне задефать? Вон он. Огромная база. Кул, победа! Но это не очень приятная игра была, лично для меня. Так что пафосно ливнем, не будем дождаться. Но все равно придется ждать загрузки, потому что это Dota. Я обязан смотреть... А, нет, смотрите, не обязан. Все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем пока.